Очередном заседании Совета депутатов муниципального округа Орехово Борисова Южная присутствует 15 депутатов. Необходимый кворум для открытия заседания Совета депутатов имеется. Предлагаю начать работу Совета депутатов. Прошу голосовать за это предложение. Кто за? Против? Воздержался? Решение принято единогласно. Заседание Совета депутатов объявляю открытым. Уважаемые коллеги, на заседании сегодня присутствует Козельская Валентина Дмитриевна, глава управы района Орехово Борисова Южная, города Москвы. Белиевский Денис Александрович, руководитель аппарата Совета депутатов муниципального округа Орехово-Борисово-Южное, города Москвы. Фролов Виталий Александрович, начальник отдела по вопросам строительства имущественно-земельных отношений и транспорта управы района Орехово-Борисово-Южное, города Москвы. Айнулина Гульнара Шамильевна, заместитель главы управы района Орехово-Борисово-Южное, города Москвы по работе с населением, представитель районной газеты.